Карасики томленые в сметане. Готовы. Обычно подача была именно на сковородке. Карасям еще делался салат из овощей. Всем привет, друзья! Итак, сегодня будем делать карасей в сметане. Вот такие вот у меня караси. Но самое интересное, что мы их будем делать по рецептам Бобринского, по его поварской книге. Этой книге уже, ну, больше 100 лет. Эта книга выпущена в 1887 году. Итак, что нам будет надо? Нам будут нужны караси, масло сливочное, луковица, 2 яйца. Будут нужны либо панировочные сухари, либо мука. Ну, естественно, сметана и сковородка. Карасики, карасики, пора вас чистить. Итак, наши карасики почищены. И теперь нам надо сделать так, чтобы они были без костей. Хотя, если честно, я ни в одной книге, ну, именно старинной книге, не встретил, чтобы было такое, что вот они делали надрезы. Но мы чуть другое поколение, нам кости лишние. Поэтому берем карасика, вот так вот положили, ножик острый. И надрезаю вот до косточки. Как будто лучок нарезаю. Да? Вот. И вот дошли до костей пуза, да? И здесь я уже вот и вот так вот надрезаю тоненько. Видно, вот такая вот гармошка. И то же самое с другой стороны. Вот, срежем вот до реберных костей. И все, вот такой вот карасюга. Все, теперь я их солю, солим произвольно и отставили в сторону. Итак, карасики наши, видите, еще просаливаются. Мы делаем основу. Масло сливочное и лук репчатый. У меня одна штука. Хорошенечко сейчас его будем обжаривать. Лучок у нас получился такого золотисто-карамельного цвета. Огонь убрали и оставляем его остывать. Итак, лучок у нас остыл. Теперь нам надо вбить сюда 2 яичка. И все это дело перемешиваем. И в это дело будем обмакивать карасей. Итак, приступаем. Вот они, карасики. Вот он, лучок с яйцом, мука и сковородка с подсолнечным маслом. Должно быть обязательно разогретым, горячим. И на сковородочку. Итак, нам их надо обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Ну так, карасики у нас уже обжарились. И теперь нам надо сметану. Так, это все дело. Сметанку закрываем. И огонь уменьшаем. И оставляем на медленном огне теперь тушиться. Сейчас успокоится чуть-чуть электроплита. Но то, что вот они подкипели, это очень-очень хорошо. Все. Накрываем крышечкой. Итак, прошло у нас 15 минут. Последний штрих. Карасики, томленые в сметане, готовы. Обычно подача была именно на сковородке. Карасям еще делался салат из овощей. Всем приятного аппетита! Рыбакам ни хвоста, ни чешуи!